Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сирене из Гатчины. Эта игра называется Iron Lung. Железная легкая. Десятилетия назад каждая известная звезда и обитаемая планета исчезли. Такс. Так, имеется странная аномалия на одной из планет, океан крови. А вы, заключенный, вызвавшийся исследовать эту аномалию. Значит, нахожусь я в подводной лодке, которая называется «Железная легкая». Она разработана для того, чтобы исследовать глубины. А вы будете находиться внутри. Иллюминаторы будут закрыты. Для тренировки времени нету. В случае успеха обретешь свободу. Beginning a descent. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. I'm seeing some voltage irregularities in the instruments, so keep an eye out for sparks or flames or anything like that. Approaching maximum depth. The hull's feeling it, but it's still holding strong. Closing port hole shielding. Starting to lose radio signal. You'll be at cruise depth soon, so resuming and be careful. You're on your own. Good luck. VSD, mouse interact, tab, carta. X325, Y741, А. Что такое А? Глубина, altitude. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Б-брифинг. Брифинг. Короче, под поверхностью океана есть несколько мест, которые представляют интерес. Задача сфотографировать особой камерой. Фото должны быть сняты внутри или в пока не очень ясно. В общем, надо какую-то специфическую позицию. 10-градусный узел. И камера также будет помогать в навигации. А если будет сделана правильная фотография, то выгрузка произойдет. Ну, сохранится игра. В общем, вслепую надо будет что-то делать. Если какое-то препятствие близко, будет оповещение. Глубина, кислород.
Так, покрутить попробую что-нибудь. Это что? Тут просто не... А, вот, X, Y. А это? 45 216. Другое уже. Или это и есть камера? Потому что... Или это просто, типа, это я в подлодке же, получается, и я так верчусь на месте. Если 360 должно зануллиться. Да, это я на месте верчусь. Так, если я верчусь на месте, хорошо. А на карте я отмечен, где я? Например, ну, допустим, взять точку какую-нибудь, где цифр поменьше, значение не 800, а 100, там, как вот, 180, 500, они все тут такие. Ну, вот это более-менее приемлемое, 259x, 406y, 296, не, ну, xy это 2D. А вот еще есть третий. Это что, глубина или все-таки угол поворота? Может, это не altitude, не... Это, может, angle просто 296. 259, 406. Ну, допустим, если попытаться изобразить... А тут я верчу вот эту, а изменяются оба. На пути. Ну так оно же по правым или нужно... То, что я верчусь на месте, не отменяет это препятствие. А может его сфотографировать, посмотреть. Это я начал поднимать X. Поднимать X. Я себя, блин, не вижу на карте, так бы я понимал, какая гора, которую нужно обойти, или посмотреть. Ну-ка, 186. Вот я вижу здесь 150, 200 внизу по X. То есть... Y 149, 186, 149. 186, 149. А, да. На этом участке скала, действительно. А что ж мне, получается, надо? Не, что-то не дорубаю, как-то слишком неинформативно, на ощупь. Хорошо, если я вот так сделаю, вот, например, 180-150, 180 по X, 150, но тут все равно тоже чернота, то есть, по идее, даже в этой точке скалы со всех сторон, что-то я не пойму, совсем не понимаю. Что значит, что сзади у меня скала? Я не понимаю, как здесь управлять.
То есть я не могу представить. Это как в морской бой играть, короче. Ну, допустим. Я даже не понимаю. Вот тут есть глубина. Вот написано глубина, тут кислород. И желтый показатель в самом низу. Как погружаться-то? Я верчусь на 360 часовой против часовой. XY я вверх, как сказать, на как на доске координаты X и Y. То есть могу плыть по горизонтали, по вертикали. Или нет? А где хорошо? XY. Ось Z еще нужна мне. Ось Z, чтобы понимать, насколько опуститься, а потом уже плыть в какую-то сторону. Или здесь это как-то по-другому работает? Что-то я не понимаю. Страшный звук. Я не боюсь замкнутых пространств, я не боюсь неизвестности, находящейся под водой. Так. Допустим, хоть что-нибудь сфоткать, хоть одну бы. Посмотреть. 33, 322, 186. Ну, например, 33. Если абстрагироваться, не думать, как я начал рассуждать. Z оси 33 322 186 322. И что я должен сделать сейчас? Начинает моргать. Thank you.
просто на какой-то определенной глубине, я могу только на месте вертеться и использовать X, Y. Как я подпрыгнул. То есть, что, не пытаться между проплыть? Или надо подсматривать, фотографируя? Отметки, где вот эти вот, я не могу вот представить себя вот на этой карте, например, 7, это не, сейчас вот ничего не значит, 7 градусов просто из 360, а вот 185 192, это вот квадратик. Это квадратик полностью вот здесь заполненный черной краской. То есть я... Мне не смотреть на эту черную поверхность, потому что она мне ни о чем не говорит. Вот я увидел точку. Вот я... Повернулся немножко. Она все еще моргает. Я еще. Так, аж две. Я к ним задом повернулся. Я не понимаю, я вот сейчас верхнюю кнопку нажимаю, а верхний, а X убавляется. В общем, я хочу достигнуть на по оси X 322.
графику нужно воображение дорисовывать. Надо получить здесь, а угол должен быть 33. Надо как-то сделать, чтобы низ опустился до 186. А здесь стало 322. Значит, нужны... Они же с разной быстротой мини... X и Y, они неравнозначны, когда я жму вверх или вниз. Так, сейчас 313 и 186. 322, 186. Допустим, я попытаюсь сделать 303, чтобы понять немного один момент. Координаты, а не 175, меня опять что ли мотать. А в чем прикол-то игры, я не пойму, то есть тут что, бояться нужно? Жму, как и жал, но вдруг X начал уменьшаться здесь. Поэтому надо сжать вниз. Стоп. Концепцию не понимаю. Если бы понимал, я бы быстро добрался, куда мне надо добраться.
блин, опять наоборот все стало. Что можно проплыть между двух препятствий. Сейчас почти в сотку у них различия, у верхнего и у нижнего. Или можно вот так подгонять. Так. Сейчас вот... ровно 186 получить внизу. Вот. Тут 271. То есть мне еще сверху надо 50 надбавить. Сейчас я это постараюсь сделать.
322. Разница 90 стало, не 100. Значит, надо переть вперед и потом уменьшать. Разница. Разница в сотку. Тут большая, тут большая. Ну вот здесь в сотку разница. 623, 520. Но если я начну крутить, они опять могут разница разъехаться. Что-нибудь близкое к 300 и 200. Вот это, например. Ну вот, похоже, 378. Один щелчок вверху 376, 37, 258, 02. Верхняя изменилась, нижняя нет. А можно подогнать вообще, чтобы они независимо друг от друга? Верхняя 378. Короче говоря, я
не хочу больше продолжать играть, и я не знаю, что эта игра может предложить вот лично мне. Но я честно пытался. Такой был попытка, в общем, поиграть в Iron Lung. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. Всем пока.